проект Туркия. Yeah. Угу. Школа есть. Это палаточный лагерь, люди живут здесь всегда. И организация, благотворительная организация организовала здесь школу. Уже около 2 лет эта школа работает. И еженедельно строители посещают, смотрят, как и что, что дети выучили, насколько они продвинулись. Некоторых детей отправляют в частную школу, финансируют ее. Анна приготовила медикаменты и предлагает людям, спрашивает, нуждается ли кто-то в медицинской помощи. Анна знает телугу и объясняет людям на телугу, как принимать. Самаста лока. Самаста лока. Сукино баванту. Самаста лока. Сукино баванту. Самаста лока. Сукино баванту. Нушин приезжает, чтобы проверить, что ребята выучили за прошедшее время. Стабильный случай, что даже в государственных школах дети переходят из одного класса в другой, не умея даже писать. Бывало такое, что и в 5-м классе дети еще не знали грамматику. Вот поэтому необходимо проверять, потому что они платят деньги учителям, которые сюда приходят, тем, которые онлайн проводят занятия, за тент, за все платит организация, и, конечно же, должен быть результат. Те, кто что-то помнит, выходят к доске. Но это уже большой прогресс, дети понимают по-английски. Ребята пересказывают друг за другом историю, которую они выучили. Listen well to learn. So, everybody should know. Everybody. Otherwise, nobody gets prasad. Sit straight. All of you sign. Om Gana. What is your name? Lipergot. How old are you? 6 years. Older. Ah, Sudhakar. How old are you? I am 6 years. Oh, very good, Sudhakar. I am 5. Thank you. I am six years old. But you are not all of you 6 years old.
готов ужин для детей. Она знает Телугу, она объясняет детям на Телугу, что она привезла медикаменты. Если у кого-то какие-то проблемы, они должны об этом сказать. И она им напишет гомеопатическое средство. Она объясняет детям, что это не конфеты, это не шоколад, это медикаменты. Только если у кого-то болит горло, или температура, или живот. Это молитва перед едой. Сейчас дети получат освященную пищу. Это еще одна школа. Это совсем неподалеку от Путапарти. Дети из Слэма приходят сюда учиться. Раньше школа была прям там же, в палаточном городке, но там столько свиней, и они часто ломали то, что было школой. И вот это здание снято организацией, снято в аренду. Who remembers the story? Please translate again. मेरी बार से फर्स्ट क्लास का स्टोरी चपना लगा चपना साथ चपना You need to know. You know? From all of you. All of you have come here? You didn't come. चिन्नगर. తర్వాత ఏం జరిగింది నాకు చెప్పు మళ్ళీ రవి నువ్వు ఓకే ఎవ్రీబడి లిసన్ ఓకే సింహం పులి ఏనుగు అన్ని సింహం అడవిలో ఉండేది అడవిలో నేనే లీడర్ని ఉండేది మీరంతా నా పక్క చీమలు అందుకే లీడర్గా మేమంతరూ స్ట్రైట్గా జంప్ లైన్గా పోతా ఉండే చీమలు చీమలు అడవికి నేనే రాజునని అనేది Браво стоят дети, которые слушали. И они теперь пересказывают историю детям, которые стоят слева, чтобы те послушали и смогли ее пересказать. Учились быть внимательными. Сейчас объясняют детям, зачем им стричь ногти коротко. Для тех, кто не знает, объясняют, почему же нужно коротко стричь ногти. Otherwise good. Huh?
Om. Анна Сарасвати была преданной Шри Сатья Саи Бабы, преподавала в Словении французский и английский языки, и в начале 2000-х она попала в тяжелейшую автокатастрофу, после которой она уже не могла работать, не могла преподавать, и кроме того, она забыла все языки, которые она знала. Ей ничего не оставалось, как только по зову сердца приехать в Путтапарти. В короткий срок она стала изучать веды и ведические гимны и очень быстро пошла на поправку и, можно сказать, чудесным образом исцелилась благодаря пению ведических гимнов. Как только она почувствовала, что она уже может передавать свои знания, она стала преподавать детям, студентам, взрослым людям, организовывала группы, и сейчас она делится своими знаниями и учит детей правильно петь веды. Живут с родителями в палатках за деревню, а в школу они приходят, конечно же, чистенькими, причесанными, потому что иначе школа не разрешает присутствовать на уроках в неопрятном виде. Анна объяснила, как принимать эти шарики гомеопатические. No, I will go with you okay, the side. Here, one, two, three, everybody smile. Okay. Very good. Yeah, I did. Okay. Finish, madam. Asatuma sagama. Время, приходите в школу.
Анна, бедная, устала.